Южная Корея не поставляет Украине вооружения, чтобы сохранить отношения с РФ, СМИ. Южная Корея до сих пор не поставляет оружие Украине, чтобы сохранить стабильные отношения с Россией. Об этом сообщает РБК, Украина со ссылкой на Йонхаб. Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины. Мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией, заявил неназванный южнокорейский чиновник во время брифинга. По словам чиновника, заявление президента страны Юнсок Еля о возможных поставках вооружения Киеву в будущем было теоретическим и всеобъемлющим. Напомним, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль в интервью Рейтерс сказал, что его страна может расширить свою поддержку украинцам выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи, если Украина подвергнется крупномасштабному нападению на мирных граждан. Таким образом Сеул впервые заявил о готовности предоставить оружие Украине, хотя больше года назад исключил возможность оказания летальной помощи. Также ранее главы МИД Южной Кореи и Германии провели встречу и обсудили ситуацию в Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины Читайте на канале Рбк Украина в Телеграм.